Здравствуйте, подписчики моего канала, зрители данного видео. Вот поросятки у нас, им там 10 дней буквально, и они уже начинают подъедать этим больше чуть-чуть, буквально там на дня на 3, может больше, на 4, подождите, на 2 дня больше. И они вовсю уже зерно подъедают, поэтому я к чему веду. Вот я видел, хлопец там вообще просто насыпает, прямо по полу рассыпает дерть. И они начинают ее там вынюхивать, они вот любят грестись. И это начинается в возрасте, он говорит, дней с 5 уже можно вот так делать. Ну, 5 я не знаю, но вот 100% они вовсю уже начинают хрумать там что-то, видите, копошиться в зерне. Это уже, ну, прошло им там 10-12 дней вот так вот. Поэтому имейте в виду, такой подкорм не повредит. Свиноматка, конечно, это хорошо. Ну и братве там ворваться, покушать лишний раз, лишнего там скушать им дырти, это не повредит никогда. Поэтому эти то же самое. Вот мама стала, жопу свою поставила. А ну, отойди. Блин, так стало, что я ничего не вижу. Нагадила в угол, надо как-то это все перекопать взяться, слышишь? Ну там вот, давайте все-таки зайду. Покрой, слышите? Они будут выходить на задний сейчас. Они дерутся только. Вот видите, малышня уже что-то там выбирает, гребется. Ну то есть, полноценные свинки уже. Поэтому не лишайте их радости порыться в зерне. И уже, наверное, с недельного возраста можно смело подсыпать или подставлять там какую-то кормушку, чтобы они могли самостоятельно туда залезть. Ну, такие вот у нас поросята-весельчаки. Смотри, всей толпой. Все и упал, и эти самые борта отгрызают от этого самого, от кормушки. Эти одного он бьют постоянно. А он довольный, что к нему столько внимания. Во-первых, они веселее им тогда. Есть куда свою недюжую энергию убрать. А главное, что они уже начинают подъедать. А это очень-очень хорошо. Чем быстрее начнут кушать, тем лучше. Чем быстрее будут вес набирать, тем быстрее уйдут в добрые руки из наших недобрых рук. В принципе, все, что я хотел показать. Это у них сегодня первое такое знакомство с едой. Потому что раньше вот у них вот под кормушка повыше, что они не могли туда залезть. Сейчас для них отдельно кормушечка. Они могут туда залезть. Ну, в принципе, все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комменты. Всего доброго.